Приветствую вас на канале Hard Reset Info. Сегодня я покажу, как на устройстве Motorola Moto G30 сделать запись экрана. Для этого, в первую очередь, переходим в панель быстрого доступа и находим здесь кнопочку «Запись экрана». Тыкаем по ней раз, и начнется обратный счет к началу записи. Удержав на ней палец, можем открыть некоторые ее настройки. Можем выбрать размер видеоискателя, большой или маленький. И можем выбрать разрешение. И также имеется функция «Запись прикосновения», отображение ваших касаний на видео. Давайте попробуем начать нашу запись. Как видите, появилась менюшка записи. Можем ее вызвать. Можем здесь переключать микрофон. Можем установить микрофон, звук системы, микрофон и звук системы. Можем отображать окошко видео. Давайте позаписываем экран. И также, нажав на квадратик, можем остановить запись, и найти мы ее сможем в галерее. И куда же она сохранилась? Ну и вот она, наша запись. Что ж происходит? Микрофон и звук системы. Можем отображать окошко видео. Ну и короче, отсюда можно ей поделиться, ее изменить или же удалить. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.